Что вы тут всех вот это потрошите? Ну что, мало денег у них? Она уже миллиардер. Миллиардер, ребят. О чем мы говорим вообще? Чего проект не замораживается? Ганьба. Чего все строится дальше? Раз у вас так все плохо. Ваши фамилии здесь нету. А что, Черняховский не может подойти? Скажите, Черняховский должен, если мы приходим сюда на акцию, там сказано 100 человек. Я не Черняховский, во-первых. Я представник правоохранительных органов. Ну, представник правоохранительных органов. Удостоверение. Почему вы это Черняховского стали? Вот к нам подходил представитель правоохранительных органов. Жалко, я вам покажу, вот мое удостоверение. Вот он показывал свое удостоверение. Подождите, а что такое, что хотят? Можете записать. Подождите, Черняховского у заявки на акцию. Какой заявки? Нет, у нас заявка до 2030 года. А Черняховского тоже. А почему заявка? У нас своя акция идет. Вот, и что дальше? Ну, и что Черняховский тут должен. Давайте я 100 человек полностью. По фамилии написано? В чем проблема вообще? Кого вы защищаете? Я хочу. Вы закон знаете? Нет, защищай. А зачем вам? Вон он там где-то стоит. Я хочу с ним переговорить. А зачем с ним разговаривать? Мы тут все организаторы. Если вы, а где ваша заявка? Какая ваша заявка? 100 человек заявка. Банду геть! 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 Все, да, все. Пожалуйста. До свидания. Друзья, идемте на приемную, потому что нас тут плохо принимают вообще. Очень плохо принимают.